Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на вот такие вот сливки для взбития. А здесь у нас сливки 35%. Называются Chef Пармалат. Надеюсь, что прочла правильно. Если неправильно, поправите меня в комментариях. Так, здесь у нас 500 грамм. Давайте посмотрим упаковочку поближе. Здесь у нас есть рецепт. Что можно еще понадобиться, чтобы сделать вот такую вкусняшечку. Так, здесь вот просто с другой стороны. И давайте тут почитаем. Состав он. И куча всего интересного. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Так, и давайте же попробуем сейчас с вами. Так, также смотрите, срок годности у него 6 месяцев, полгода целых. Так. Открываем. А, тут, то есть, даже смотрите, не просто вот крышечка, еще есть такая штучка. Как в масле. Ой. Так. Прям даже это, перелила немножко. Он обычный беленький, с пузыриками. Давайте сейчас я его попробую и вам расскажу, что же там такое. Он очень вкусный. Он просто безумно вкусный. Знаете, ощущение, как будто он даже чуть-чуть сладенький. По вкусу, да, прям такие сливки. Не сказать, что деревенские, но просто сливки, но очень-очень жирные. И немножечко сладенькие, такие ароматные. И хотя он там холодный, с холодильника, но он не настолько ледяной, как вода. То есть он немножечко потеплее. Ну, такой прохладный такой. Вот, но он очень вкусный и такой жирненький. Я как раз люблю такие сливки. И можно даже покупать не деревенские, например, там, которые непонятно в какой посуде там делались, да? Что там, как, а проще купить тогда магазинные вот такие вот. Они очень вкусные, мне очень они просто прям понравились. Я даже, честно говоря, не ожидала. Я думала, будет, ну, какой-то там вкус, наверное, просто вкус. А тут даже они довольно вкусненькие, такие хорошенькие. Жирненькие, беленькие. Они даже вот текут, то есть они жиденькие довольно. Вот, не знаю насчет того, загустеют ли они сами в открытом состоянии. Потому что сейчас мы с вами будет у нас уже следующий рецепт. Отдельно будет роликом. Мы будем с вами их взбивать. И посмотрим, забьется или нет. Да, и, наверное, я в конце ролика как раз вам покажу, взбилось или нет. Смотрите. Ну, они жиденькие, да. В принципе, я думаю, если бы они были теплые, наверное, может, еще пожиже даже были бы. Вот. Даже, вы видите, уже протекли по пачке. А стоили они в Перекрестке где-то со скидкой были около 150 рублей. Без скидки они стоят, конечно, дороже, больше 200 рублей, по-моему, даже. Вот я купила на эксперимент попробовать, потому что я первый раз в жизни пробовала такие вот в пачке сливки именно от больше 33%. Вот. И буду сейчас их взбивать. И также вам в конце ролика покажу, как они взбились, какими они стали, получилось их взбить или нет. Все это будет в конце ролика. Оставайтесь. Сейчас уже для вас будет это через секундочку. Вот смотрите, она у нас получилась. Такая пеночка. Прям такая стойкая. Хорошая. Стоит. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Смотрите наши другие ролики, наши блоги, путешествия. Всем пока-пока.